Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем трешачок. Коллекционер мы на аккаунте моего подписчика Максима, хотя у него ник Николай, что-то сегодня вечер Николаев. Не знаю. Так, находится он в гильдии Вар. Босс 3, 21.00, босс 5, 21.30, пропуск Багакик, беседа в WhatsApp. Первые, третьи места, кидайте заявочки, вступайте. Гильдия молодая. И опять Николай. Николай. Хотя бы Костя один есть. Дачник есть. И Анубис есть. Инфузория туфелька тоже есть. Так, окей. Смотрим аккаунт. Аккаунт бездонатный. Че по героям? 52-74, ну, так, Бигфут, Заклинательница, блин, ПБшка, Ронин, Сердцеедка, Махатма, много надо героев, но что-то, как правило, показывает сегодняшний коллекционер, падает очень много героев, но не тех, которые нужны, как ни странно. Так, что у нас есть? Поехали посмотрим алтарь, что у него есть. И побежим ролить. Ну, Анубис есть. Отличный Анубис. Ворожай, интересный выбор. Кстати, плюс одна клетка, смысла особо нету. Атака 65, понижение. Ну, такое себе. Я бы, честно говоря, не качал. Рейка огонь. Стрелок. Как вариант. Ковка отличная. Так. Ну, не хватает однозначно талантов. Рино неплохо. Что тут еще такое интересное есть? Ну, сила не раскачанная. Так, Асурик. Просвет. В общем, много вариантов, окей. Ну что, поехали. Будем пробовать. И сразу же просто так только тык и Бигфут. Ну что, поздравляю, уже отличное начало. В принципе, можно заканчивать роллинг. То, что надо, выбили. Все равно не насобираем на 37к. Так, тыковка. Стрелок, нифига себе. Ну, это просто жесть, ребят. Честно говоря, я в шоке. За пару тычек таких героев повыбивали. Интересно, что же нас дальше ждет? Медуза. Ну, Фрейка есть, Анубис есть. Что тебе нужно еще для полного счастья? Теперь есть и Бигфут. Так, эктоплазм. Дракос, ведьма, душек, призрачный, фейка, хранитель, а самики уходят, душек. Поехали, пока побегаем. Сливаемся героями. Да, у него герои тащат все. Зачем ему еще кто-то нужен? Просто на изи затащили Расту. Ну, ничего себе, еще кто-то даже использует. Сердечко с магией. Я удивлен. Ничего себе. Ну, ничего себе, видали. Малышник даже был. Блин, ну ведьма Гаргул. Это, конечно, прикольненько. Смотрите, что делается. Блин, надо было, наверное, не выходить. 10. Ребята, 10 с 15. Ну, что это? Это была заявка, но походу
Даже Химку выбили. Одиннадцать сноу. Давайте так, если остается два. Так, Атлант. Сердцеедка, Лео. Просто жесть. Еще одна Химка и все. И все. И еще Влад Дракула в конце нам упал. Что мы имеем? 11 с 15. То же самое, что на одном из аккаунтов. Поэтому я предупреждал. Берем ему почетный приз. Бонус плюс. Забираем скины. Ну, сейчас попробуем. Может, ему повезет больше, чем Николаю. Николаю повезет больше, чем Николаю. Конечно, я в этом не сильно уверен, потому что, как видите, правило показывает 50к, это минимум. Так, окей, собрать. Надо прекращать с донатами в эту игру, надоело она уже. Так, поехали. Один есть. Два. Ну. Ворожей. Так, и что у нас получилось? 13-15. Все, что мог, сделал. Я предупреждал, как бы все в равных условиях, не хочу кого-то там выделять, обижать и прочее. Я уже говорил, что коллекционер со временем будет все больше и больше подниматься, поэтому вот так вот. 13-15, да и в принципе там ничего такого интересного. Так, сейчас, секунду. Места нам не хватает. Вот, поэтому, не знаю, поднадоел мне, честно говоря, коллекционер с тем, что оно все время меняется, куча заявок. Блин, не успеваю ничего сделать даже на своих аккаунтах, но стараюсь порулить вам. Причем мы ничего интересного не вытащили даже. Печально. Ну, зато у него есть скины, хоть что-то на тангу, на заклинательницу. Вот так вот. Так, один облик, второй. Так, где там Бигфут? Иги есть. Так, не понял. Так, Бигфута вижу. Не понял, а ПБшка где? Скин мы заюзали, хорошо. Не могу понять, у него что, ПБшка не активирован, то ли я туплю, а здесь ПБшка есть. Мы что ему, а тьфу ты, мы же ему ПБшку купили, думаю, что за фигня. Ну, поздравляю, еще один недостающий офигенный герой. Подгончики. В принципе, нормальный подгон. ПБшка, заклинательница со скином. Вообще огонь.
Так, ну стрелок ему не нужен. Еще один. Так, что тут у нас? Бум, вот так вот. Тут у нас скина, к сожалению, нет. Вот так вот. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Копите самоцветы, копите дольше. Возможно, будет поинтересней. Все, всем удачи, всем пока.